поступает информация, вот всю прошлую и позапрошлую неделю говорилось о том, что беспрецедентная в Майянге ситуация, когда администрация за свой счет ведет нитку водовода для полива, для того, чтобы разгрузить скважины и башни. Сейчас приходит информация о том, что жителям выставлены сметы счета для того, чтобы они скинулись и некоторые работы произвели сами. Так ли это? Значит, по тем работам, которые проводились и проводятся на данный момент по селу Майянга, скважины занимались совместно вместе с металлургическим заводом. Значит, по поливу, с тем, чтобы снять нагрузку на водоснабжение, основное водоснабжение, здесь основная поддержка была получена в виде приобретения основного трубопровода 1700 метров со стороны хлебозавода и сельхозпредприятий, которые находятся на территории Майянги. У жителей единственное, на крайней встрече, которую мы проводили полторы недели назад, мы рассматривали вопрос о том, что они покупают фитинги для каждого от данного трубопровода до своего дома. Цена вопроса там не более 1000 рублей. Это так называемый отвод от основной трубы. Никаких больше других средств со стороны жителей на данный момент не собирается. Мало того, эти средства жители собирают самостоятельно ответственному лицу, который занимается летним водопроводом. Никуда ни в администрацию, ни каким-либо служащим эти деньги не передаются. Это внутреннее аккумулирование со стороны жителей 90 домов, которым проводится летний водопровод, исключительно на отводы и на фитинги от центрального летнего водопровода. Все. А какова будет ситуация, если ответственный не сможет собрать эти средства? Так что будет тогда? По той информации, которую я владел еще в субботу, люди буквально в течение 2 дней практически все собрали средства на приобретение отводов для собственного дома. Еще раз говорю, там цена вопроса 350 рублей фитинг, что-то 200 рублей, что-то еще. Буквально никакие средства за монтаж данных работ водоканал брать не будет. Весь монтаж и укладку трубопровода водоканал делает самостоятельно. Единственное, мы обратились к жителям с тем, чтобы они приняли трудовое участие в обратной засыпке землей той траншеи, где будет уложен именно трубопровод. Все. Трудовое участие и приобретение фитингов для отвода к своему дому.